Это вот база Азова. Это вот база Азова. Они ее сдали без боя и отошли, как обычно, за спины мирных. И оттуда ведут по нам огонь. Вот такая вот у них тактика. Незамысловатая, подлая, но пока вот она типа как эффективная. Только что в нее зашли морпехи, отработал здесь танчик. Сейчас аккуратно, аккуратно по движению вперед. Это первая казарма, там вторая казарма. Очень много ожидается мин, ловушек, поэтому очень аккуратно здесь надо быть. Вот здесь у них получается между первой и второй казармой. Они выкопали себе траншею для безопасного перемещения. Вот в полный рост переход между двумя зданиями. Спальное помещение. Бандеровские отродье плюс своего лидера не стало забирать. Очень много бронежилетов, прям очень жирно. Все пойдет. Вчера мы двигались через эти пятиэтажки. Тут написано, смотри, Украина лучшая, смерть русским. В синем логове. Не, ну так-то, конечно, фашизма на Украине нету. Это надо сжечь.